давайте начнем. Я буду просто останавливать и попробуем, может быть, как-то что-то за 15 минут сделать. Oh.
вас немножко. Я злой! Получается, что вы предвосхищаете вот это вот плаксивое такое звучание. Не надо. Я и видишь, я зло природы, и видишь, я у ног твоих. Вот, я все отдал тебе. Я, зло природы, которого никто не любит. Вот еще раз. Я враг. Чуть-чуть туда.
туда добавить. Thank you.
делаете. И у вас в конце эта нота встает, вот она там стоит. Но вы подходы, во-первых, вы предыдущие две ноты чересчур форсируете. Вы их поете так, как вы должны петь уже последнюю ноту. Да, распределите энергию просто. И память должна сработать там, где нота стояла, да, где она стоит. Вот туда идите. Только это главное. Не предыдущие две ноты, а там самое главное. Ну. Чистая верхняя нота.